надеюсь, вы обрадуетесь этому видео, потому что я записываю его в связи с тем, что мне написал мой друг. Наверное, вы его прекрасно запомнили. Это был самый тихий рэпер. Вот, и написал он, сказал, я записал новое видео, выложи, пожалуйста, если тебе не трудно. Я знаю, что вы его ждали, поэтому я тоже, я для вас его выложу. Можете наслаждаться его новыми выпусками. И самая приятная новость, то что видео его стали лучше. Да, точнее не видео, а вот сам голос, он вообще другой, из 100% на 70-80 он стал лучше. Это я чисто свое мнение говорю. Вообще другой человек. И мне очень понравилось, как он, ну вот его голос, все, как он делает. Надеюсь, вам тоже понравится. Так что, кто ждал, смотрите, сейчас выложу видео вам его. Приятного просмотра, оставляйте отзывы обязательно, потому что ему интересно будет ваше мнение, мне тоже интересно. Вот. Всем приятного просмотра, всего хорошего. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всех целую, люблю. Гунди на голову, моя потеря обойдется тебе дорого. Делю я ровно, брат, братуха Честер взял в руки автомата, хули знаю точно. Пидор, взявший в руки микрофон, на параде загонявший гонь, что мы все братья, не поманят нас чужих стран разбратья. Хули гадовать, я на престол не меч, я буду брать врасплох. И не загоняй мне ту хуйню, что дядя Джокер плох. Ае. После моих слов твоя жизнь на деле остановит пульс и начнет качать потоки вируса сильнее. А было больно, сейчас расслабила, нависла и заставила добиться ставни и снести потери, но в итоге я стану сильнее. Не поломаю и я добьюсь, и я достану, стану на весы мои мечты или предрассудки толпы. Что я выберу, кем стану, за какие потяну нити судьбы. Предъява не отнимет до весны, души чисты, план развеет мысли, какие же мы взрослые артисты. Все забыл.